здорово, чуваки, вы на канале The Street. И сегодня мы будем снимать что? Правильно, сегодня у нас обыгрыш. Где? На коробке и на футбольном поле. Ладно, ребята, пора начать. Также, ребята, небольшая информация. Недавно провели второй турнир Папани Воденцова. И напрашивается второй выпуск. Поэтому, ребята, ждите скоро. Будет много народу, много весель. Сейчас туториал и название ему GL Pana. Blacked out crew for the cruise, yeah. West End nigga, Northside kid with the moves, yeah. That bitch think she bae, yeah. Damn, she think she bae, yeah. I'm the first to dash a thing. Why you get so sad, yeah? Trash the fucking place, empty of your safe. I don't know, I've been up for days, thinking of your face. Oh my god, I've been on some shit. Can't control my dick, know the truth. She's the only one that loves me like a son, yeah, yeah. Tell me why you took so long to say you love me, I don't know. All these groupies I don't fuck with, just to hide this pain I hold. Been some time since I done spoke my fucking mind. Won't you take this fucking time just to see this fucking sign, yeah, yeah, yeah. Just to see this fucking sign, yeah. Ребята, вот наш туториал подошел к концу, и я хочу вам сказать очень важную вещь. Я видел в комментариях, типа, комментарии по типу, ну, у нас не получается, у меня отнимают мяч, у меня его читают. Но, ребята, для этого нужно что? Правильно выходить и тренировать этот финт, пока у вас не получится, он идеально. 5-10, да миллион раз. Даже у меня он получился не с первого раза. Мне пришлось жестко попотеть, чтобы вам потом этот финт показать. Соответственно, у меня в арсенале новый трюк, и у вас тоже он обязательно будет. И вы спокойно пишите спасибо за стрит, за туториал. Ладно, ребята, здесь, короче, подписываемся, здесь ставим лайк, здесь колокольчик, там комментарий. С вами был Захар. Это ваш любимый канал The Street. Ба-ба-бам, пока! Blacked out crew for the crew.